Итак, я рад вас приветствовать. У нас сегодня получился такой маленький импровизированный концерт. Причем даже не столько концерт, сколько, наверное, встреча. Нам очень интересно творчество Одесса. Вчера был удивительный, замечательный концерт, за что отдельное большое спасибо. Я думаю, что у всех был прекрасный сон. Вот после того, как прослушали колыбельную и полетали во время композиции. Сегодня формат у нас довольно-таки простой. Встречу мы организовали так, чтобы это было интересно в первую очередь тем, кто реально увлекается гитарой, для кого гитара имеет смысл, для кого музыка имеет смысл. Тот, кто ищет и задает вопросы не только о музыке, но и все-таки о смысле жизни. И, собственно, человек ищущий. Поэтому, я думаю, сегодня прозвучат интересные вопросы. Как вы знаете, мероприятие мы делали специально по регистрации, чтобы вы собирали, задавали вопросы. Мы эти вопросы подготовили. Тут их аж целых на три листа. Я отобрал те, которые более-менее серьезные и стоит действительно задать. Но если шуточные вопросы, я думаю, мы отвечаем. И мы приготовили несколько музыкальных сюрпризов. Вот. Я думаю, что надо дать... я сам волнуюсь просто еще. Мы начнем, наверное, с того, что все-таки сделаем маленький подарок к твоему дню рождения, вот, который был. Мы сделаем композицию. Это наша третья музыкальная школа «Грецкие орешки». Коллектив изучает гитару под руководством Сергея Симоновского. Они очень, скажем так, перспективные музыканты. Я думаю, у них тоже есть вопросы. Вот. Ну, а сейчас мы дарим это творчество. Thank you.